подписчики нашего канала. С вами снова Мария, компания Stefan Deal. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию трехкомнатную квартиру большой площади. Квартира очень просторная. Площадь ее составляет 96 квадратных метров. Располагается она на шестом этаже 10-этажного панельного дома 2001 года постройки по адресу город Всеволожск, улица Василия Вёрская, дом 2. Дом находится в центре развитой инфраструктуры. Все, что может понадобиться вам для жизни, находится в шаговой доступности. Под окнами располагается школа, через двор у нас располагается детский садик, остановка автобусная в 2 минутах от дома до поликлиники 5 минут. До Санкт-Петербурга, до метро Ладожская мы можем доехать на автобусе за 30 минут. Квартира у нас просторная, подходит для проживания семьи большого состава. Окошки у нас выходят на восток и на запад, и с обеих сторон у нас дворовая часть. Под окнами не проходит никакая трасса с большим движением. Это делает положение дома наиболее выгодным. В окружении дома у нас располагаются разнообразные детские площадки, много зелени. Ну и сегодня светит солнышко, поэтому всю прелесть квартиры вы сможете увидеть. Мы также покажем вид из окна. Ну что же, я предлагаю пройти и посмотреть эту просторную квартиру поподробнее. Пойдем. Вот у нас с вами по дорожке идет, встречается одна детская площадка. За школьным забором мы с вами видим детскую площадку. Школе позаботились о том, чтобы дети могли на продленке проводить время на занятиях. Сегодня, видите, распускаются листочки, и все это кажется вообще, конечно, очень симпатичным и приятным. Птички нас сопровождают своим пением. Тротуары выложены аккуратненько, чисто, нигде нет ничего такого, чтобы могло оттолкнуть взгляд. Вот перед домом, перед входом в подъезд такой палисадничек. Насажены деревья, цветочки. Ну и, собственно говоря, тротуар к подъезду. Ну вот мы с вами поднялись на шестой этаж. Давайте проследим нашу просторную квартиру и посмотрим ее внимательно. На площадке у нас располагается 5 квартир. Они отделены с такими дверями. Там у нас 2 квартиры и холл на 2 квартиры. Здесь у нас 3 квартиры и холл на 3 квартиры. Первая дверь входная железная. Она создает нам дополнительную безопасность. И вот в квартире установлена такая симпатичная дверь сейфового типа. Смотрите, какая здесь гравюра, вот красивая, она очень эргономично вписывается в пространство квартиры. Но мы сейчас зайдем и сможем это увидеть изнутри. Ну и при входе в квартиру он попадает в такой большой просторный холл. Площадь вот этого помещения составляет 10 квадратных метров, общая площадь холла 12 квадратных метров. Холл очень просторный, он предполагает вот здесь такой декор. Можно было бы поставить и здесь шкаф, но это не актуально, потому что у нас рядом с холлом имеется кладовка. Поэтому здесь можно расположить гостевые кресла. Ну и вот кладовочка, которая используется как гардеробная, здесь уместилось достаточное количество шкафов. Площадь кладовки примерно 3 квадратных метра. И она заменяет все шкафы в коридоре. Оставляет его просторным. Оставляет нам просторный красивый холл. Ну что, поехали дальше? Коридоры здесь длинные, а первый раз там надо бегать быстро. Походу у нас здесь с вами помутил. Площадь его составляет 6 квадратных метров.
Отделка выполнена в синих тонах. Как видите, здесь расположилось у нас все, что надо, и даже лишнее, на мой взгляд. То есть туалет, биде, раковина. Здесь у нас имеется бойлер. На случай, если вдруг у нас отключат горячую воду, это очень удобно для семей с маленькими детьми. Ванна чугунная. Площадь, длина ванны составляет 1,70 м. То есть здесь, да, у нас здесь большая ванна. Потолки у нас речные со встроенными светильниками, ну и вот зеркало с подсветкой. Санузел просторный, конечно, нечего сказать. Многие о таком мечтают, но не всем удается такое иметь. Дальше у нас с вами находятся здесь две комнаты по 14 метров. Пройдем сперва в детскую. Кстати говоря, в вашей квартире у нас установлены двери из массива, покрытые лаком. Вот подойдут под любую отделку, под любой дизайн. Ну что ж, площадь данной комнаты у нас составляет 14 метров. Хозяевами она использовалась как детская. Ну, в этой комнате у нас достаточно простой ремонт. На полу у нас линолеум, потолок у нас поделка, ну, такие скромные обои. Мебель, которую вы здесь видите, остается. Окошки у нас выходят на запад. И за окошком у нас открывается вид на школьный двор. Здесь тихий дворик. Уже подросли симпатичные такие у нас деревья. Сегодня у нас какое-то мая. Какое у нас мая сегодня? 8 мая. Уже распускаются листики. Дворик тихий. До школы 3 минуты пешком. У кого есть детки. По всей квартире, да, у нас заменены радиаторы. Это тоже является плюсом. Ну что, давайте проследуем в следующую комнату. У нас рядышком находится спальня родителей. Спальня родителей выполнен качественный ремонт. Все материалы достаточно дорогие. На полу у нас дубовая паркетная доска. Потолок у нас побелка. Ну, обои вы сами видите, можете оценить их качество. Справа располагается у нас гардеробная шкаф-купе, которая остается при продаже. Здесь стояла кровать, имеется вывод под светильник, выключатели, розетки. Все продумано. Да? Вид из окошка у нас с вами здесь на восток. Утром у нас здесь заглядывает солнышко и будет вам напоминать, что пора идти на работу. Вид из окошка у нас на непроезжую часть. То есть здесь имеется, конечно, дорога, которую вы видите, но это междворовая дорога. Она не имеет большого движения. Ну что, подъезжаем по отдельному коридору в большую комнату. Дошли до одной из достопримечательностей данной квартиры. Площадь комнаты составляет 24 квадратных метра и два окна, которые тоже у нас выходят на восток. Ремонт данной комнаты выполнен из качественных материалов. Обои имеют нейтральный цвет и подойдут под любой дизайн, под другой мебель. На полу у нас имеется ламинат высшей категории. Потолок данной комнаты не тишина. А мебель, которую вы видите за мной, остается при продаже. Ну и что здесь тоже можно у нас выглянуть в окошко. Я хочу вам показать детскую площадку из данного окна. Значит, площадка, она находится немножко справа от дома. Там очень большая, ну, очень большая площадка, на которую любят приходить гулять дети, даже мамочки с разных дворов. За детской площадкой имеется небольшой сосновый пролеточек. Ну, здесь, конечно, всегда очень комфортно и зимой, и летом. Красиво. У нас зеленый круглый год.
В данной комнате тоже поменены радиаторы. То есть, собственно говоря, в этом помещении не требуется никакой ремонт. Приходите, приносите свою мебель, ставьте большой гостиный стол, большой диван и живите. Пойдемте посмотрим комнату, кухню. Площадь кухни не менее комфортная, чем вся остальная площадь квартиры. Площадь кухни у нас составляет 14 квадратных метров. На полу вы видите кафельную плитку. Хорошо отделаны потолки, поделка, но очень качественная. Опять-таки на стенах у нас дорогие, хорошие обои. Заменены радиаторы. Окна по всей квартире стеклопакеты, как вы успели обратить внимание. Ну и вот здесь вот у нас такая встроенная кухонная мебель, которая остается при продаже. Кухонная мебель со встроенными светильниками, со встроенной вытяжкой, варочной панелью и электродуховкой. И здесь у нас установлена стиральная машинка и посудомоечная машинка. Все это остается при продаже, остается вам здесь поставить стол, можно расположить довольно большой диванчик. Площадь кухни позволяет проводить здесь время, здесь с семьей, это как будет у вас вторая гостиная. Ну и из кухни у нас имеет выход в лоджию. Лоджия не менее просторная, чем вся квартира. Лоджия утеплена, в ней произведена отделка, выведен свет на потолок, имеются розетки. Ну и здесь у нас также открывается красивый вид из окна на восток и на парковую зону. Очень приятно представить себе здесь поставить стол, чашечку кофе, пирожное и любуйся себе. Слушай птичек. На самом деле, да, деревья здесь высокие, птицы здесь прилетают. Вот смотрите, мы с вами наблюдаем вид из окна, машины ездят редко. Хорошая дорога под окном, но машины здесь проезжают редко. Еще раз хочу повториться по площади квартиры. Площадь квартиры у нас составляет 96 квадратных метров. Окна выходят на запад и восток. Две комнаты у нас были, детская спальня по 14 квадратных метров, большая комната гостиная с двумя окнами 24 квадратных метра, холл имеет площадь 10 квадратных метров и сам узел 6 квадратных метров. Кухня, в которой мы находимся, имеет площадь 14 квадратных метров. Квартира очень просторная, подойдет для проживания большой семьи. Ну, вот такая у нас сегодня с вами была квартира на видеообзоре. Не забывайте подписываться на следующие видео, ставить лайки, писать комментарии и записываться на просмотры. Мы будем рады показать вам данную квартиру в любое удобное для вас время. С вами была Мария, компания «Всех Инвест». До новых встреч! Stop.